Начать запись, ну и поехали для ютубчика. Все это дело делается. Да, еще скажи, Старгок, и ушел Нот Пэс. И полетели, ребята, Кингроу, команда Quake Fortress, прой команды Vaevictis и Sports. Соответственно, у нас здесь Cypher, где у нас Тэферы. Это команда Quake Fortress. Так, ну и сразу у нас две Мэй, ну то есть за защиту, в принципе, Мэй достаточно неплохо. Три Мэй! Я уж думал, действительно будет сейчас постоянная стена, которую одна Мэй ставит, потом вторая Мэй стоит, потом третья Мэй стоит. К этому времени уже первая Мэй закончилась стена, соответственно, вторая, первая стоит, вторая, третья. И так постоянно, там по сути один проход, который надо... смотреть. Ну и поэтому я думал, что все будет замечательно. Одно, там 4 Мэй. На самом деле, на пабликах очень часто даже попадаются 6 Тормбьорнов, 6 Гензи, 6 Ханза попадались мне. Стоять без дела мне не хочется. Не, а была бы, кстати, прикольная страта достаточно. 3 Мэй и все, один проход закрывается постоянно. Ну, их, правда, можно разрушить, но все равно. Их пока еще разрушишь. На самом деле, когда я первый раз увидел Уверовича, я думал, блин, какого хрена там... У тебя одна обойма есть и одна обойма в запасе. То есть у тебя там, не знаю, у Макри 12 патронов. Как играть-то вообще, в принципе? Ну, я потом уже понял, что они просто бесконечные, эти патроны. Слава богу. Так, ну что у нас по пик команд? Жнец, Макри, Фара, Лусио, Зиньята и Рейнхард, который будет врывать за атаку. Так, посмотрим, что у нас за защиту. Также есть Гензи, Рейнхард, Обезьянка, Макри... Зиньята и Луси. Ну, почти идентично, на самом деле. Есть Рейнхард, есть Зиньята и Лусио. То есть, как минимум, три персонажа у нас одинаковые. Так, ну что ж, у нас сразу же полетели минусы от Кензи. Очень неплохой врыв от Макри в спину. Ну и тут, походу, было действительно интересно. Ну что ж, посмотрим еще за Жнецом. Жнец пытается, скорее всего, набрить у нас... Ну, вот через свое... Как это называется, да, господи, у него... В общем, заходит Макрион в спину, сразу же минус он. Есть второй минус от Сайфера. Очень неплохо Сайфер настреливает. В итоге Лусио уже уходит и защищать точку становится проблематично. Щит от Рейнхарда. Ну и понятное дело, что тут уже надо отходить обороне и собираться вместе. О-хо-хо, Фара все-таки настрелила. Минус по Сайферу. Есть также Фара у нас в атаке. И поэтому пытается он минус Зиньята делать. Так, сразу щит от обезьяны очень сильно спасает Лусио. Так бы, скорее всего, у нас Фара смогла сделать минус. Движется у нас уже груз. 7 минут целых для того, чтобы его передвинуть. Очень хорошую атаку продемонстрировали благодаря Макри, по большему счету, который сделал 2 минуса в начале раунда. Смогли все-таки сделать свое грязное дело. Светаска пытается тоже на Макри играть. Пока что просто с правой кнопки мыши, не знаю, с такого расстояния на самом деле очень трудно настреливать, но это и скорострельность большая. Так, Жнеца поймал, но вот Кензи зашел вовремя в спину, соответственно, спас своего тиммейта. В итоге нас опять же аннигилируют защиту по полной программе. Минус от Клоуза, Сайфер опять же получает люля-кебаб. Очень жестко. Так, взяли у нас, я так понимаю, Трейсер. Трейсерка, давайте посмотрим за Трейсерка. Это вот персонаж, который должен растягивать на самом деле... всю оборону, или всю, наоборот, атаку, да, но вот немного у человечка не получилось, потому что есть у противоположной команды Макри. Макри очень жестко контрит Трейсерка, то есть Трейсерка не может никак воспользоваться своей Ешкой, откатом времени, да, и восстановиться, и обратно уйти. Что ж, врыв от Рейнхарда, у него есть ультес он не успел использовать, сразу же минус от шарика, ну и Жнец включает свою ульту, сразу же минус 2 делает в исполнении Жнеца, минус ловер, минус подкрадуха. Оверкарма также умирает от Зиньяти. Ну и со второго этажа. Вот на самом деле против обезьяны Жнец должен выигрывать. Потому что у него очень бешеный дамаг по сравнению с обезьяной. И полет фантазии! Полетел у нас Жнец далеко и надолго. Фара пытается также настреливать сверху со второго этажа. Убивает у нас Анак и Кензи двоих игроков. Вот, пошла ульта от Фары. Фара. Так, где у нас Фара? Я не успел на нее переключиться. Черт бы вас всех побрал. На самом деле, панелька снизу, она показывает не персонажа, но она иногда сама по себе убирается. Это тут очень, очень плохо. То есть, я на кого-нибудь... Нажимаю, я сразу знаю, на кого я нажимаю. Так, Зиньята. Сразу же на Фару у нас хилочка. 7 минут и почти до конца уже дошли. Вот, всего лишь чуть-чуть проехать осталось игрокам
нападение. Ну и похоже, они выиграют в этом раунде. Посмотрим, что у нас будет. Будет ли врыв от Рейнхарда? Есть врыв, но никуда абсолютно. Ладно, посмотрим, наверное, за Фарой. Фара у нас пытается убить солдата. Солдата взяли вместо, я, увы, уже не помню кого. Ну и оборона, да. Прошляпили свой шанс и, похоже, все-таки... Тэфер у нас во главе с одним квакером выиграют в этом матче. На, по крайней мере, на первой карте. На первом раунде. Потому что еще будет... они поменяются местами, соответственно. И тому подобное. Так, ну ладно, нет, все-таки отбились у нас игроки защиты. Я немного пропустил этот момент, но сверху лучше все-таки было бы. Этот момент, смотри... Господи, я уже думал, фара улетела на край земли, но нет, просто решила сократить. Момент, она, хорошая ульта от Зиньят, соответственно, под эту ульту. Шарик ультует также в двоих, сразу же минус Рейнхард, минус Светаска, видим Макри. Ну и, похоже, все-таки до последней точки доедет. Зиньят защиты очень поздно поставил ульту, ну и да, похоже, ГГ, ВП в первом раунде. Уходит за Сайфером его командой, за Quake Fortress, господа. Ну и смотрим за Рейнхардом. Очень хорошо влетел. В троих сразу же ультанул еще в двоих. Ну и... Не, Кензи мне очень понравился. Как Кензи отыграл на самом деле. Кензи действительно бегал, аннигилировал в спину. То есть сразу же по полной программе. Ну и Шарик, эпический матч. На самом деле у него был один врыв, который вообще, то есть он полностью промахнулся, ни по кому не задел, но как-то его тиммейт спасли положение. До следующего матча осталось 20 секунд, господа, и я надеюсь, что комментирование мое вам нравится. Kings Row. Квака была лучше. Ой. Ой, это знаешь, вот то же самое, что Wolfenstein. Мне не нравится новый Wolfenstein, да, но вот, допустим, Wolfenstein 2D, который был на DOS еще, вот это была игра, да, потому что, знаешь... Это ностальгия называется. Все, что было раньше, тебе нравится. Даже если тебе это не нравилось, тебе все равно это нравится. Так что... Так, что у нас по пику? Надеюсь, не будет трех мэй, как в прошлый раз. На комменты веселые. Ну, хоть так. Так, Рейнхард, Жнец, Макри, опять же, от Кензи, но, видимо, это мейн персонаж его, так же, как у Шарика, я так понимаю, Рейнхард. Но вот стандартно, стандартно для них. В защите точно такой же пик. Жнец, Синьята, Лусио. Но Лусио вроде не было, я уже не помню, на самом деле, они меняли персонажа не пару раз, поэтому всех запомнить трудно. Фара. У команды нападения сейчас будет обезьяна, Макри также. Вот, абсолютно непонятно для меня, зачем пикать было трейсерку, с учетом того, что есть, уже знают, что есть Макри, и он его, и он трейсерку полностью контролит. То есть трейсерка ничегошеньки не сделает, если Макри четкий. А мы в самом начале уже увидели, что Кензи достаточно четко отыгрывает на Макри, поэтому для меня было непонятно. Ладно, опять же, Жнец, Зиньята есть, и шестого игрока пока что ждем. И это будет Клоус. Клоус будет... Так, он только сейчас присоединился, я понял. Рейнхард, понятное дело. Да, на выбивание точки вначале все-таки Рейнхард очень полезный, как в защите, так и в нападении. Поэтому посмотрим. Надо посмотреть, как ты КС комментишь. Я КС комментил последний раз в ноябре на Игромире. Это было очень давно. На самом деле, я последний раз очень давно уже комментировал, поэтому... Мне бы сейчас разговориться немножко, и было бы все замечательно. Вы услышите на мое нормальное комментирование более-менее. Хотя, опять же... Ульты, 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 ульты. Было бы на самом деле по-задростски, очень по-задростски, если бы я знал все названия ультов, то на самом деле мне сами даже игроки сказали, что даже они не знают, некоторые игроки не знают, как у них называются эти самые скиллы свои, да, то есть Shift, Q, E, все, вот так и называем. Рейнхард приезжает у нас, ставит щит, но вот, пытается, видимо, прикрыть Жнеца, который как раз-таки... Нарезает по полной программе. Так, посмотрим, что у нас. Макри, Макри, да, все-таки убивают у нас четверых-пятерых игроков. Нападение очень неплохо защитились, ребят. Давайте, наверное, смотреть все-таки за командой Quake Fortress, которая сейчас в защите, потому что... ну, они показали уже, что они немного получше играют, как по мне. Все-таки они первый раунд затащили. Но сейчас посмотрим, конечно, смогут ли затащить второй. С учетом того, что им достаточно... Ну, в защите легче, ребят, играть, как по мне, все-таки.
Хотя, конечно, если вас один раз выбьют, то все, вы уже никак не защитите. Груз, который будет... Да, вот Макри очень четко отыгрывает. То есть он все сразу видит. Сразу видит жнеца, обезьяну. У него также есть ульта. Можно сразу же использовать ульту. Сразу минус 2 получится. Ну, конечно же, лучше все это дело под другое дело использовать. То есть под ульту другого игрока какого-нибудь. Пока что ульта есть только у Рейнхарда. У Макри... Ну, как раз таки Рейнхард может ворваться, ультануть, застанить. Макри ультанет. Все. Изи-пизи, лемон-сквизи. Ладно, что у нас делает жнец? Вот в чем вопрос. Жнец, я так понимаю, да, он выходит только с базы. Потому что его убили, Зиньята. Правой кнопкой сразу 6 выстрелов делает. Так, посмотрим за шариком. Шарик, где ты есть? Шарик, минус ловер, сразу минус кэби, минус клос, минус светка, Кензи. Все-таки отстреливает у нас. Все-таки взяли трейсерку, отстрелила она, смогла. Кензи. Макри, но на этом закончилось ее похождение абсолютно. Минус трейсерка, ну и посмотрим. Лусио есть ульта, у Макри есть ульта, можно, в принципе, под ультес как раз-таки Лусио сейчас ворваться, будем смотреть от него, скорее всего. Потом переключимся сразу на Макри, как только он ультанет. Да, кстати говоря, Лусио может по стенам кататься на своих роликах. Ну и пока что пытаются откатить немного игроков. Есть информация, что Макри у нас рядышком. Ну и пошел ульт! Все, смотрим за Макри, будет ли ульт от Макри. Пытается он Ешкой Сайфера остановить, ничего не получается. Обезьяна борется с Рейнхардом, сразу же пытается набрить Лусио. Влад, понятное дело, что ультец от него тоже также пошел. Минус Макри, отлично отыгрывает обезьянка. Пока что отвлекал двоих, можно было, в принципе, делать все, что нужно команде нападения. Ну и в итоге все-таки заходит на точку. Но этого слишком мало. Опять же, уже возвращается у нас Макри. От Кензи сейчас, соответственно, будет немного проблематично все это дело защитить, но, возможно, все-таки ему удастся это сделать. И... 3, 2, 1, все, да, есть груз, поехали. Все-таки смогли выбить у нас груз нападения, немного прошляпили свой момент, так сказать. Команда Quake Fortress. Так, ну что у нас по ультам? Ульта есть у Макри у одного и у второго. Пытается пока что пробить хотя бы щит. Кензи минус... ну вот опять же, трейсерка, да? Если она бегает соло, пока... пока она бегает соло... На самом-то деле... Она немножко бесполезна, потому что Макри есть в одной и в другой команде. Но, как по мне, трейсерка здесь и нужна. Трейсерка, возможно, поможет только если будет какой-то бешеный замес. Но вот Кензи делает 2 минуса. Анак, Дзиньята мы видели в исполнении 2 минуса. Ну и, похоже, Кензи остается... Вот, а Макри остается один. Он все-таки смог отстрелить Дзиньяту. Но сразу же размен пошел и от Кензи. Как-то не прискорбно для него, по крайней мере. Ну что ж, отбили все-таки груз. Остается 4... минуты до конца этого раунда. Если, конечно же, они ничегошеньки не сделать, не смогут дойти до точки, где добавляется время немного. Трейсерка пытается опять же что-то делать. Нарывается просто лицом на Кензи. Кензи с просвертыми объятиями даже Ешку не прожал и спокойненько убил. Так, ну что у нас? Опять же у меня тап уходит куда-то. Так, ну и опять же тимвайп. Опять же нужно еще 20 секунд для того, чтобы дойти до этого груза. Ну, давайте посмотрим, наверное, за трейсер, как она будет действовать. Все-таки интересно. Да, минус фар пытается сделать, но видим, что трейсерка очень полезна. Очень полезна в этом матче, прям безумно полезна. Выходите, не стесняйтесь. Без комментариев. Трейсер, как по мне, все-таки лишняя. Ну и ГГВП, так понимаю. Снова владельцем матча. Покидают у нас игроки. Матч. Ну, трейсерка была очень полезна. Гипер полезна. Я так понимаю, ребята, опять же, по времени проиграли, да? Кто там у нас правила читал? Ливерамбан. Это мне забавно. Rainbow Six, если ты ливнул, у тебя бан на 5 минут. Если сравнить с... ну да, я так подумал. По времени. Проиграли. Проиграли у нас. И Quake Forest берут первую карту. Так, мне нужно, чтобы меня пригласили обратно в лобби.
на вторую карту. Рейдж квита, так модно. Нет, проиграли по времени. Не успели. Так, сейчас посмотрю пока что. Так. Что у нас творится? Так, а я так понял, это была вторая карта уже, да? Первую они сыграли, мы только на вторую попали. Или я чего-то не понимаю? Кстати, руин от ГГ против Reject до сих пор еще не сыграли, что очень странно, как по мне. Либо сейчас только вторую карту... А, не вторую карту, только сейчас будут черкать, я понял. Я понял, ребят, и я вам показываю, как и обещал. Ну, серьезно. Зараза такая. Драф карт. Вот так, ребята, у нас все это дело происходит. К этому времени просто Quake Fortress уже взяла последнюю точку, поэтому по времени выиграли. Вот, диванные аналитики у нас в чатике есть, которых можно спросить, что да как, поэтому... Так, Анубис... Вычеркнули у нас Вайвиктис минус Дорадо. Но я надеюсь, что будет. На самом деле даже не знаю. Хотелось бы увидеть Вольскую. Вольска, вот прям хочу увидеть КБ Вольска. Но я вычеркнул Quake Fortress. Ну ладно. Тогда хотя бы Непал. Вот третий раунд Непала было бы вообще великолепно. Там действительно очень неплохая точка сама по себе. Очень интересная, там Лусио просто может уничтожать. Так же, как и Фара, и Суперсвин этот, Пудги. Кто там еще так может? Так, Ханза не может. Не, ну вот Лусио, Фара, основные такие выталкиватели. Ну и Нумбани или Непал. Ну и похоже Нумбани, опять же, захват груза, и они доведут ее до точки. Ну, я хочу Вольскую. Бывает. Ну, что ты начинаешь сразу? Никто не пикает. Да ладно тебе. Никто ничего не пикает. Печенюшка. Мне давай. Мне пельмешек. Парочку. Они жареные? Вареные? Какие? Так, ладно, ждем, когда нас пригласят в игру все-таки. Я, наверное, остановлю запись и потом восстановлю ее по новой. Да.